Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Nokia 8210, и сейчас я покажу вам, как изменить обои. Мы открываем галерею, выбираем картинку, нажимаем на три полосочки и выбираем «Установить на экран блокировки» и нажимаем на галочку. И на этом, вообще на экран, в принципе. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.